Приветствую вас, уважаемые зрители. В сегодняшнем видео хотел бы выложить видео по тому, как я в домашних условиях сушу яблоки. Яблоки можно сушить двумя способами. Первый – это подвешивать их непосредственно вот на такой вот веревочке. Я использую не веревку, а леску. Леска толщиной 0,4, 0,5. Здесь 0,4. Набиваются где-нибудь под потолком гвоздики в количестве 10-8 штук, в зависимости от места, где вы будете сушить. Вот. И растягивается в таком виде, нарезается кружками, выбиваются из них семечки и, соответственно, сушится. В таком положении яблоки высыхают примерно где-то за 3-4 суток, то есть полностью становятся готовыми. И второй способ, которым я сушу, это непосредственно уже на батарее. То есть нарезается вот так вот яблоки. Здесь выстилаются у меня подставки. Можно какую-нибудь фанерку положить. И сверху газета. Нарезается также мелкими кружочками. И также убиваются семечки из яблок. В таком положении они сохнут дня, ну, суток трое. Четверо также где-то. То есть примерно где-то за неделю можно два раза вот так вот посушить. Нормально. То есть в довольно-таки больших количествах яблоки будут у вас. Вот, для чего делается это, соответственно, для компота на зимнее время. Ну и для похода в лес берется с собой и варится компот вот на зиму. Ну или для ребенка, для детей, у кого есть. Я так думаю, много у кого есть, поэтому это очень-очень интересный способ будет. Вот. Ну и, соответственно, готовый продукт. Можете наблюдать, вот они, яблоки. Да, он только снизил веревки. Эти яблоки, которые у меня висели где-то порядка 4-5 дней. И в дальнейшем эти все яблоки хранятся в мешке, в обычном тряпичном мешке, в теплом месте. Можно также хранить в банках. То есть забивайте в банку и сушите в банке. Все, кому понравилось видео, ставьте лайк, кому нет или что-то непонятно, пишите в комментариях, отпишусь обязательно.